Строительство 4-го пускового комплекса центральной кольцевой автодороги, которая пройдет в Подмосковье параллельно Малому кольцу, завершено на 50%. Этот сегмент берет начало на пересечении с трассой М7 «Волга», а заканчивается у автодороги М4 «Дон». На участке запланировано 67 искусственных сооружений и 6 транспортных развязок, в их числе и 4-уровневый комплекс, самый крупный в составе всей ЦКАД. Основная сложность при реализации данной развязки – это большая стесненность условий для выполнения строительно-монтажных работ. Соответственно, понимая сжатые сроки строительства, мы принимаем необходимые организационно-технические решения, которые позволяют сократить срок строительства данной развязки. Другое примечательное сооружение – гигантский мост через реку Москву. Масса конструкции – 4380 тонн, а это 2/3 веса Эйфелевой башни. Тут строительство уже близится к финалу. Трасса будет современная, безопасная, категория автомобильной дороги 1А. Скоростной режим будет предусмотрен 110 км в час. Предусматривается строительство 6 транспортных развязок. На 4-м пусковом комплексе будет по 2 полосы движения в каждую сторону. Между встречными потоками пройдет 6-метровая разделительная полоса с металлическим ограждением. Некоторые участки ЦКАД-4 откроются уже в этом году. Целиком же комплекс запустят в 2021. В России начал действовать новый стандарт на автомобильные номера. ГОСТ 2018 года пришел на смену документу 1993 года. Среди прочего, свежий норматив вводит двухстрочные таблички. Их разрешено вешать на автомобили с нестандартными местами для крепления задних номеров. Это в первую очередь американские, японские и советские машины. Параллельно вводится компактная версия мотоциклетных номеров, а также знаки для внедорожной мототехники. Вдобавок, свои отличительные номера также получат спортивные и ретро-авто. И впервые вводятся специальные таблички для мопедов и скутеров. Заказать изготовление регистрационных знаков нового формата можно в специализированных фирмах. Добавим, что новый стандарт по факту применялся и до его вступления.